Кстати, не зря нами исполняется, особенно вот в других городах, потому что приходится рассказывать и обелять имидж нашего города, потому что действительно так, складывается имидж такой, что здесь не той ориентации у нас сталепрокатчики. Вот. И мы всем объясняем, к примеру, там в других городах, что все сталепрокатчики неправильной ориентации уже давно тусуются в гей-клубах и в Госдуме в Москве. А здесь на Урале нормальные мужики, которые ковали броню Великой Победы. Болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, и лопнула броня. И мелкими осколками, и мелкими осколками, и мелкими осколками поранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, очнулся я в болоте, очнулся я в болоте, глядь, вяжут раны мне, а там с броней пробитой, а там с броней пробитой, а там с броней пробитой догорает в стороне. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. И вот нас вызывают, и вот нас вызывают, и вот нас вызывают в особый наш отдел. Скажи, а почему ты? Скажи, а почему ты? Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? Ай, Люба, братцы, Люба, ай, Люба, братцы, жить танковой бригаде не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Вы меня простите, вы меня простите, вы меня простите, это я им говорю. В следующей атаке, в следующей атаке, в следующей атаке обязательно сгорю. Ай, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Еще раз все вместе. Люба, братцы, Люба, Челябинск, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Ай, Люба!
отлично спели.